Обсудить дальнейшую работу в сфере волонтерства, рассказать о перспективах и личностном росте. С этой целью первый амбассадор российского движения детей и молодежи Московской области Айдар Кадыралиев за круглым столом встретился со своими коллегами волонтерского движения в Химках. Сейчас очень важно направлять молодежь и давать им возможности для реализации своего потенциала. Движение первых дает им такую возможность. Мы реализуем проекты, мы даем им грантовую поддержку. Также даем возможность посещать другие места, узнавать новых людей и находить новые знакомства, которые помогут им для реализации своих интересов. По словам химкинского депутата, волонтерское сообщество Подмосковья на высоком уровне. И важно не опускать эту планку. Недавно в послании нашего губернатора он тоже особое внимание уделяет всем волонтерам, которые взаимодействуют и осуществляют свою деятельность на территории Московской области. И вот Андрей Юрьевич Воробьев сказал, что вот эти все движения, объединения, они работают и хорошо выполняют все поставленные им задачи на территории Московской области. Айдар Кадыралиев – первый химчанин, волонтер регионального ресурсного центра, который за свои заслуги приглашен Министерством информационных и социальных коммуникаций в качестве одного из 15 амбассадоров нового российского движения детей и молодежи от Московской области. Общероссийская детско-молодежная организация образована по распоряжению президента России Владимира Путина. Ее задачи – организация досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональная ориентация детей. We'll be right back.